Всем привет, маленькие сладенькие пахлавушечки, с вами Бадди, и сегодня мы пройдем, ребятушки, карту Reef Crossing, потом снимем фан. Начинаем. Сильно прокраем. Какая-то баба роботизированная болтает. Так, ну что, сейчас мы быстренько пройдем эту карту, посмотрим, что из себя представляет. Так. Если они что-то не выпуляют меня. Так, ну, вообще, думал то, что эта карта, типа, была сделана для того, чтобы просто пофаниться, да? Поприкалываться, ну, тут что-то... И вообще, думал то, что какая-то другая карта. Не такая прям. Я просто что-то помню, какой-то тоже какая-то была, значит, карта с таким же названием, и там прям дофига чего было. Таких возможностей. Бля, вот это вот... Вот эта вот хрень тупая. Я его вообще не видел. Тварь. The main objective is to kill the mercenary leader of this island. But first you will need the GPS. The GPS is located somewhere in the cabana near the. А может просто сесть в лодку всех пострелять? Be careful. They have snipers everywhere. Это рискованно. Они не пуляют меня. А, снайпер, отлично. Еще один, блин. У меня только эта фигня, да? Больше ничего нет. Ладно. Окей. Хорошо, сделаем по-другому. Сейчас по-другому пройдем. Все меня просто не трогают. Значит, как-то по-другому проберемся. Так вот, да. Done. We're now. Good. Now that you have the GPS, you can see where the explosives are. Что, сохраняться, что ли? Я не знаю. Наверное, надо сохраняться, ребят. Сейф гейм прописывать, потому что тут вообще жизнь какая-то. Снайпер, как его убить сейчас? У меня винтовки нет. Пипец. Да, ты достал, снайпер гребаный, а? Еще сигналку поднял. Просто мразь и все. Я не знаю еще, как он будет. Окей. Вот так вот, да? Все, понятно. А, это сигналка, выключили. Найс. Так, все, задание наконец получили. GPS, да, ребят, тут прям тактика главная. Без тактики никак вообще, да?
Так, если кто же вон здесь снимаем, сейчас посмотрим, что там в хижинах. Откуда, ребята? Пипец. Многоватенько. Уже какие-то трудности, хоть и выглядят, да, то что карта вот такая прям простенькая, но, блин, нифига. Ничего подобного, а, это... Я понял. Так, давайте, наверное, засейвимся, да? Я думаю, да, стоит засейвиться. По-любому. И посмотрим, что будет дальше. Не, ну знаете, такое ощущение, как будто эту карту я уже проходил. Вот реально, вот есть ощущение. Где-то эту карту видел. Так, понятно, он, короче, прячется там. За этими кустами, когда выходишь. На, оказывается, я мог раньше его убить. Понятно все. Давай сейчас быстренько пройдем карту и дальше погнали. Какие там следующие карты у меня? Ну, кто заметил, да? Я, короче, прям все по списку прохожу. Последовательно. Great. Now you need to place those explosives on the main computers. Так, что там взорвать? Дебил какой там пуляет. Ладно, вообще насрать на него. Привет. Да, я проходил я это, короче. Все понятно. Как калитка открывается, ничего себе. Ну что, все. Save game. Так, а дальше куда установить? А то же самое место, что... Ага, вот здесь, понятно. Там уже полетели, ребята. You may want more explosives. Go to the armory first. Так, окей, ладно.
Так, ну что, давайте. Теперь туда направимся. Так, погоди, там же лодка была, да? Да, там была лодка. Сейчас мы тогда это... Сейчас мы тогда это вот так вот сделаем просто. Да. Так вот делаем, короче. Чтоб нам никто не помешал. Никакие снайперы нахрен. Я уж так вот, типа, пострелял, чтобы точно было, да? Так. Где же его убил? Где сейф мой? Где сейф? Я засейвился. Ты угораешь, что ли? О, господи. Я же засейвился, ё-моё. Или я неправильно прописал команду? Я хрен знает. Go to the armory first. Так, ну что? Ну давайте, ёпта. Идти туда, вперед, дальше. Да. Let's go. Поедем, поплывем. Только почему у меня сейф не... Вот это вот я не понимаю. Чё за фигня нахрен? Давай, пожалуйста.
Ну сейчас точно сохранилось. Ну. Есть. Ребята, да, вот это вот испытание, конечно, для меня, да? Попался я к снайперам нахрен. Погоди-ка. Я дойду еще раз засейвюсь. Потому что сложная позиция на самом деле. Все, снял все-таки. Да опять снайпер, ё-моё, да где откуда? Откуда нахрен, откуда? Сука. Мрази просто, бля. Now that you have the C4, go to the top of the mountain and kill the mercenary leader. Опять снайпер грёбаный, а? Oh!
Еще один откуда взялся вообще? Непонятно. Еще простреливают, да? Ты посмотри. Так, бомжа убил. Теперь вышка. Что следующее? Туда пустили. Вот так вот сделаем просто и все. Да? Домой, ну просто. Мразь. Ты у меня убьют сейчас. Бесполезно. Ну или взорвут нахрен. Я же говорил. Я похитрее сделаю.
Я не думал, что эта игра будет такая прям сложная, типа, я хера знает. Что это такое? Блять, он не может пуститься нормально еще. Тварь. Не, я умру. Откуда он взялся, ёб твою мать? Тупые карты нахрен. Чё, похер? Я буду прыгать, похер. Я найду нормальный способ. Надо правильно приземлиться как-нибудь, сука. Что, здесь установить? Да ладно. Они меня задолбали, сука. В пизду, блядь. Тильт пошел просто. Тильт ебаный, блядь. Конечно, столько нервов нужно иметь, да, чтобы это дерьмо пройти, ебаное.
С разбегу, давай. Не, не получится, да? Какой нафиг C4? Ты можешь на BC4 пройти вообще. Дальше вперед. Банная карта, блядь. Толкаем лодку, чё? Нифига себе. Так точно. Отходим, черт побери. Ха.
Да ладно, прошли.